все друзья в сборе. Ну что, на площадку сходим, покатаемся. Да. Все, значит, вы тут шелковица ели, да? Черно чи бело? Капну ее. Я хочу шелковицу. Мы не капнули, быстрее. Ну, можно на руки ваши подивиться. Ух ты! Ух ты! Так. Все, разнакомились. Ну, теперь на качелю. Качаемся. Вика, давай своего. Не расстается. А тебя как звать? Я не услышал. Да. Как звать тебя? Влада? Влада. Молодец, Влада. Ты самая старшая, наверное, с этой команды, да? Сколько тебе лет? 8? Молодец. Так. Давай. Ой, молодец. А ну, Вика, ты. Ух ты, шубница. А ну еще раз. Давай еще раз. Ну, ты профессор уже. О! О, молодец какая! А ну, Вика! Ух ты! Вот это спортсменки! Видишь, и не страшно им! А ну еще раз! Ну ты! А ну ж! Ой, молодец! Вика, а ну теперь ты! Ух ты! Классно! А ну давай ты. Ой, молодец какая. Ух ты, даже руки в сторону. Молодец, Елена. Молодец, сосед, молодец. Давай, Вика, Даяна, Вика, руки в сторону, молодец. Елена, молодец. Молодец, Даяна. Ой. Елена, молодец. Вика, в стороны руки. Спортсменка. Молодец! Ляек! Ух ты ж! И руки в сторону! Даяна, молодец! Все! Ануш! Мы пообещали, кто самое больше подтянется, тому часы подарю командирские. А ну! Раз! Да не, опускайся ниже, ниже опускайся. Не шлангуй. О! О, оказав 20 раз подтянулся. Слабак. Слабак. Так. О, це ж у нас сегодня тусовка, Николаевна. Мы сегодня тусуемся. Поднимется, мы ему часы подарим. Все вместе будем считать. Начинай. Раз. Два. Три. Ири. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И... Десять. Молодец, не обдурил. Все, вручаем ему часы. Командирские, настоящие, с подсветкой. Молодец, сосед. Спасибо. Молодец, сосед.
Что, болять ручки? Нет. Сидайте все вместе, а хлопцы раскачают, я думаю, да? А ну ж. Вот молодцы. Ай, улыбка какая. О. Качели, они поломаются? Нет. Держится ж. Вика, ты ну держишься. Ручкой сзади. Покажи ей, где держаться. О, сзади держись. О. Молодцы. Классно вы получается. Мне это надоело. Ух ты. Десантник. Так, вот это бригада. Так, все держимся, хорошенько держимся. Хорошо, держись. Да, бригада. Не заваляют они качели. Молодец. Вика, ручки в сторону. Елена, ты молодец. Во. Ух ты ж, даже руки в сторону. Молодец, Вика. Умница. Класс. Ты класс показала. Елена, вперед. Ай, молодец. О! Давай. Ух ты. Ах. Конечно, руки выставлять, а как? О! Вот это другое дело. Егор. Так. Да, ух. Ловкая. Молодец. Ой. Что, подлетела, да? Молодец. Даяна. Молодец. Умница. Все, вы идите, идите, идите. Бабушка Наташа выйдет войско спортсменов из площадки. Попал в кадр. Ох, Андрюха, давай я тебя тоже сфотографирую. Все, попал в кадр. Егор, молодец, принес Вике. Молодец. Держи. Подарки. Ну, гуляки, мальчик. Там. Молодец, Егор. Умница. Так, перекресток переходим, надо сразу посмотреть налево, потом направо. О, и пропускать машины. О, так на меня ни капельку они не дают. Да, конечно, это будет капелька. Ну да. Быстро пойдет. Илюха, ты десантник прям. У нас был зонтик моего. Брал, раскручивал и седал на него. И поломал. Ага. А я на него никогда не шучу. О! Вот а щелка нема! Щелка, лучше ко мне только. Теперь уже заново надо. Возле этих ворот все ваши родители фотографировались. Теперь
Я буду нас по порядку кажіть, як вас звати, скільки год. Токи. Даяна, становись возле ворот, ровненько, в рядочек. Вероника, начнем с тебя. Как зовут тебя, сколько тебе лет? Вероника. Громче. Вероника. А сколько тебе годиков? 5. 5. Следующий. 5. Даяна. Как зовут Даяну? Даяна. Даяна. Сколько тебе годиков? 4. Молодец. Следующий. Хочу. Не хочешь? Так. Ну, следующий тогда. Кто? Вика. Вика. Сколько годиков Вике? 4. 4. Вика и Даяна одногодки. Они родились им в один, практически в один день. Так, Илья. Я не хочу, но не жалко. Ну, хорошо. Скажем, что это Илья. А как фамилия? Скалинский. О, так, Вика прошла, теперь дальше. Не я, и ты рожи. А, там еще есть у нас один. Иди на ложек. Ага. Я с ним учит. Ну, как сказать, ему 3. Ему тоже 4 года? 3. Нет, ему 3. 3? О. Так, следующий. Ну. Егор. Сколько год? 8. О, Егор самый старший у вас. Он должен вас защищать. Ну все, молодцы. Все, подойдите.